Ребятки, ну я уже вообще не могу. Они уже 3 часа, вот просто 3 часа. Уже даже тут дверь выломали. 3 часа тут ходят. Конечно, уже ушли, но жужжать этими полицейскими машинами уже надоели. Я спать никак не могу. Все, я просто выхожу. Смотрите, дверь просто все открыли. Сейчас потихоньку выхожу. Тихо-тихо. У меня с собой броня есть. Если что, вот, ребятки. Сейчас потихоньку открою дверь. Так, потихоньку. Вот так вот, оба. Стоять всем, стоять. Ё-моё. Гасим. Все машины просто ломаем. Быстрее, пока. Так, быстрее. Так, там вертолет где-то. Где-то вертолет, вон он. Тихо. Блин, как мне на вертолет забраться? Так, тихо, пока никто не видит. Тут с этой стороны не видит. Ха-ха. Так, тихо. Забираемся на этот вертолет. Опа, сбил. Полетели отсюда. Полетели. Все. У меня еще сват, костюм есть. Все. Полетели. Ха-ха-ха. Они сваты вышли, а я уже улетел. Ё-моё. Вот это вот побег просто. Ё-моё, вот это я понимаю, конечно. Вот это я улетел. Еще у меня тут с собой грузовики, мотоциклы. Да уж. Все, я улетел. Так, я, наверное, сейчас это оставлю. На мотоцикле, наверное, сломанном поеду. Ладно, пофиг. Все, ребятки, я поехал отсюда, потому что это вообще капец. В следующий раз приду за домом. Не знаю, ну, вроде они сюда не придут, я не знаю, может, где-нибудь в этой окружности я буду. Самолеты я оставлю, чтобы они поняли, что я в какую-то другую сторону отправился. И просто искали в другом месте меня. Все, ребятки, сейчас мы вот тут вот встанем. Вот это все убираем. Все, вот здесь. Тихо, они ездят. Они тут едут. О, уехали. Тихо. Все, ребятки, я сейчас буду потихоньку домой возвращаться. Так, все, сейчас потихоньку иду домой. Ну что ж, думаю, вам понравился данный видеоролик. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был я, Xtro Extreme. Всем удачи, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до скорых встреч и всем пока!